мы подготовили сюрприз для особенного мальчика. Пойдемте. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие. Здравствуйте. Елочку поставил? Владислав, проводи нас к елочке своей. Молодец, кто помогал? Мама. Мой юный друг, расскажи, чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь собирать лего. Ты видишь, что он собрал? А это же сотрудники милиции. Это да? Милицейский участок, да? Красота какая. Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, нос приделали и вмиг получился... Снеговик. Молодец, о, все верно. А сейчас мы поедем исполнять твое желание – посещать милицейский участок. Я очень счастлива такого подарка. Ну что, будем знакомиться. Я генерал-майор милиции, начальник Минской милиции, зовут меня Иван Владимирович. Мы с тобой поедем в настоящий милицейский участок, не просто участок, а поедем в милицейский спецназ. Там тебе покажут оружие, покажут, где тренируются сотрудники милиции. И что еще тебе вручат? Конечно, подарок. Будущего сотрудника ОМОНа. Меня зовут Дмитрий Владимирович, командир Минского ОМОНа. Ну что, пойдем? Вперед! Нужно для того, чтобы сотрудники могли общаться, включается сирена. Когда узнал о просьбе Владислава, что у него есть такое желание стать сотрудником милиции, я с большим удовольствием решил исполнить мечту Владислава. Я скажу честно, не просто как сотрудник милиции, как папа, я рад, что у наших детей есть такие желания. Есть желание помогать людям, есть желание стать сотрудником милиции. Потому что сейчас, когда век гаджетов, кто-то просит iPhone 10, 11 и так далее. А Владислав попросил у Деда Мороза стать милиционером, посмотреть настоящую милицейскую технику, посмотреть, как живут, как занимаются, как готовятся стать милиционером. Поэтому это замечательно, это прекрасно. И мы, сотрудники Минской милиции, с большим удовольствием исполнили мечту. Это очень хорошо. И я буду очень рад, если в будущем все-таки Владислав станет милиционером. Мне понравилось, честно говоря, все. И больше всего ездить на машинах. И мне очень понравилась машина ОМОНа бронировик. Давай. Отлично. Надо быть сильным, ну, умелым и уметь все-все делать. Шоколад? Генеральский. На представление Дед Мороз тебя еще приглашает. С мамой обязательно.